Ничто так не украсит стол, как индейка, запеченная целиком. Это выглядит празднично и нарядно, поэтому сегодня мы готовим рецепт из индейки Пала-Пала и будем запекать ее с овощами и пряными травами. Первое, с чего необходимо начать, нам нужно индейку посолить. Берем соль и просаливаем как следует внутри. Туда же, внутрь, мы добавляем различные травы. После того, как вы нафаршировали индейку зеленью, необходимо связать ее ноги, складываем их крест-накрест и обвязываем шпагатом. Следующий этап – смазать аджикой. Смотрите, аджики должно быть много. Как вы уже успели заметить, индейка Пала-Пала не очень большого размера. Это из-за того, что она вот такой вот особенной породы. Она маленькая, запекается быстро и при этом остается довольно сочная внутри. А это нам с вами и нужно. Я взял небольшой казан и сейчас перекладываю ее внутрь. Поливаем индейку небольшим количеством оливкового масла. Добавляем на дно казана стакан воды. Накрываем крышкой. Индейка в духовке провела 2 часа. Боже, какие ароматы! И теперь нам необходимо до завершения ее запекания добавить в нее овощи. Берем картофель бэйби и кладем его в казан вокруг индейки. То же самое мы делаем со всеми остальными овощами: морковью, перцем и спаржей. Ставим ее обратно в духовку на ту же самую температуру, на 160 градусов, еще где-то примерно на 40 минут. Ну что, смотрите, какая красотка Пала-Пала у нас получилась. Замечательное блюдо, которое я рекомендую вам приготовить в какой-нибудь из праздничных ужинов. Приятного аппетита!